Что делано? Почему я одна убиваюсь? А больше никто, все отдыхают. Так зайчик, это твои игрушки, потому что. Это не я набалдачил. А кто еще бардачил? Давид. Давид? Давидик спит уже. Нет. Только. Это кто-то помочь должен. Кто должен помочь? Ты. Ну, мама устала, мама работала целый день. Целый день была в садике. Что ты в садике делала? От чего ты устала? Кушала. Кушать устала? Играла. Еще что делала? Спала. Видишь, отдыхала, спала. Одного устала одеваться. Устала одеваться? Ну, мама тоже одевалась. И раздевалась, и работала. Давай, собирай игрушки, ладно? Ладно. А я к мало в школе был. Мало было в школе? Позови его. Поможет он тебе убираться? Я помню, не ладно. Нет. Видишь, никогда не помогает мне. Давай тогда сама, ладно? Это же твои игрушки. Может, унесем игрушки? Куда? Ну, другой девочке подарим. Нет. Но она будет убирать свои игрушки. Просто устала я. Да? Да. Ну, соберешь игрушки и спать пойдешь? Нет. Не пойдешь спать? Нет. Или игрушки не соберешь? Спать не будет. Но ты уже устала. Кто устал, ложится спать. И ножка. Моя нога, а ножка нет. Ну, значит, игрушки собери. Я устану, как пока кто убьется. Давай быстренько там... собери и мультик посмотрим, ладно? Эй, не теклать, потому что папа сказал без мультиков. Без мультиков, потому что ты долго убираешь игрушки. Давай быстренько убери и будем с мультиком. Кто-то мне поможет. Ярик? Он ведь оказался. Ты хорошо попроси. Волшебное слово забыла? Говорила я. Забыла, наверное. Я просто мне помоги. Ладно, не помогу. Где ж?